Проект «Мозаика семейных ценностей» запустили в Южно-Сахалинске. В ходе его реализации в городе будут проходить мастер-классы, образовательные семинары, тематические игры. Вся программа направлена на укрепление института брака и родственных отношений. В честь открытия проекта в областной библиотеке прошел праздник, гостями которого стала молодежь. На церемонии также отметили победителей и призеров конкурса видеороликов «История нашей семьи». Важно сегодня, что вот все участники нашего проекта хотят, чтобы в Южно-Сахалинске было меньше разводов. Мы знаем, что, к сожалению, семьи создаются и быстро разрушаются. И мы хотим сегодня институт семьи в городском округе укрепить. К развитию проекта присоединились областное агентство ЗАГС, Центр медицинской профилактики и администрация города, а также другие организации, работающие в направлении укрепления и поддержки института семьи. Добавлю, в ноябре в Южно-Сахалинске планируют провести форум, приуроченный к Международному дню матери.